Козлов! Вижу, пришел сдавать зачет. Да. Группа? Трансформаторный 22. Это очень хорошо. До тебя никто из вашей группы не сдал. Попробуем нарушить традицию. Значит так. Правила основные, я понял, так знаешь, да? Приехал к клиенту. Не забудь про изоленту. Правильно, если рядом 220, перестань улыбаться. Улыбаться, совершенно верно. Техника безопасности написана что? Человеческой кровью. Бери перчатки. Одеваем перчатки. Перед тобой, значит, модификация электростанции РГД-28Е с подстанцией ПУ-69. Значит, здесь блоки С неисправность. Быстрее не нервничаем. Техника безопасности ошибок не терпит. Значит так. Ух ты, смотри какой. Чувствуется, вся группа где-то под током была. Значит так. В блоке С неисправность. Исправляем. Время прошло. Применяй по памяти. 30 секунд. Раз, два. 26, 27, 29, 30. Очень хорошо. Лишняя лампа. Мы ее куда? Домой. Значит так. Переходим на позицию Б. Уверен в работе? Так, точно. Точно уверен? Снимай перчатки, берись за контакты. Берись за контакты, я сказал, техника безопасности. Не исправил, давай еще раз. Не работает, если б работало, ты б почувствовал. Значит так, еще раз. Значит, да давай без перчаток, не тяни время уже. Главное, я в перчатках. Значит так, значит, здесь где-то все-таки ты накуролесил, значит, шнурки промазать, значит, контакты протереть. Как говорится, если плохо протерты контакты, получаются плохие фасы. Исправил? Так, так. На позицию Б по новой, значит, так. Заглазники, наглазники надеваем, техника безопасности не терпит суеты, глаза – это наша сила, надо знать, куда, где ковырять. Итак, если ты готов, мой мальчик, руки на контакты, внимание! Случилось что-то серьезное? Пока не в курсе. Завтра из газет узнаем.